Снежаночка, скажи мне, вот, а как ты относишься к тому, когда мужчина готовит романтический ужин? Великолепно. Ведь это так приятно, когда мужчина готовит. Я вообще считаю, что женщине не место на кухне. Тогда мужчина вот не место и в гараже. А. Так что поменяешь завтра сальник задней втулки, а? Легко. И зубчатый ремень, кстати, заодно. Но только и борщ сама съем. Подожди, насчет борща мы вообще не договаривались. Как борщ-то? Тут как это вообще борщ? Зачем любили когда-то? Зачем? Сказали не надо. Зачем? Мосты все разрушили. Зачем? Сказали не нужно. Моя любовь, все было напрасно. И ты ушел, и это ужасно. Оставил лед и холода в югу. А я люблю и ждать тебя буду. Только позови, все тебе прощу. Ты ко мне вернись. Зачем? Обманывал явно. Зачем? Внушал, что ты любишь. Зачем? Мне было все нужно. Моя любовь, ума помрачение. Завял букет, а это знамение. Свеча сгорит, все кончится скоро. Душа кричит, как это все больно. Зачем? Сказали не надо. Зачем? Мосты все разрушив. Зачем? Сказали не нужно. Только позови.